мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». И, как всегда, в это время с вами Андрей Острев и Игорь Пох. Добрый вечер. Что ж, дорогие друзья, сегодня предновогодняя программа. Многие из вас, которые смотрят ее по повторе, практически уже нарядили елки и активно заготавливают вагоны оливье. Мы на своих программах с Игорем на радио, я всегда говорю коронную фразу «берегите печень». Вот я сейчас, пользуясь случаем, хочу вам ее сказать. Ну, а если серьезно, мы сегодня пригласили в студию нашего городского голову Александра Сенкевича. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Сегодня мы решили, что все-таки, наверное, вы как, ну, скажем так, человек, за которого проголосовало наибольшее количество сегодня избирателей, среди всех политиков, включая народных депутатов и депутатов разного уровня, мы решили все-таки с вами поговорить о этом таком тяжелом году, достаточно тяжелом экономически, тяжелом там, в плане того, что продолжается АТО, и все-таки поговорить о нашем любимом городе и с кем это делать, как не с городским головой. Александр Федорович, давайте мы вам отойдем немножко от формата, без вопросов, вот вступительное слово, что бы вы хотели сказать нашим зрителям? Ну, я хотел бы сказать, что действительно прошедший год был очень сложным и для меня, сложным и для горожан, сложным, в общем, для нашей страны. Я думаю, за этот год мы очень сильно поменялись, все мы поменялись, и я, и люди в моей команде, и, я думаю, все украинцы. Мы изменились, мы стали более прагматичны, стали меньше верить в чудеса и в то, что чудеса могут происходить в мгновение по щелчку, что может все измениться в лучшую сторону. Наверное, мы осознали, что для того, чтобы что-то изменилось, нужно быть более усидчивым, более трудолюбивым, и тогда, может быть, нас ждет впереди удача. Ну, я уверен, что она нас ждет, потому что обратного пути уже нет. Хуже быть не может. И на сегодняшний день, я думаю, что вот эти уроки в следующем году будут, ну, правильно, скажем так, истолкованы, и мы не будем допускать ошибок и пойдем вперед. Украинцы, как нация, всплотились в последнее время, и, наверное, тут не благодаря, а вопреки событиям, которые происходят в нашей стране. Я хочу сказать, что мы наконец-то, наверное, осознали себя как нация и поняли, что не на кого рассчитывать. Нужно рассчитывать на себя, на свои силы, на свои ресурсы. И нужно не ждать подачки, а нужно работать, улучшаться, не быть лучше, чем кто-то, а быть лучше, чем вчера. И я думаю, что по такому принципу у нас, работая, мы достигнем успеха как в городе, так и в стране. Также хочу вспомнить сегодня в преддверии праздников, в преддверии веселья и, ну скажем, такого семейного счастья, хотел бы вспомнить про людей, благодаря которым мы сегодня можем этот праздник праздновать, людям, которые, некоторые из которых положили свою жизнь на востоке нашей страны. Я хотел вспомнить про воинов Украины, которые защищают нашу территориальную целостность и позволяют нам жить в мирном, веселом, светлом, освещенном и даже в некоторых местах с отремонтированными дорогами в городе Николаеве. Хотел бы их поблагодарить и пожелать им крепкого здоровья, крепкого духа, потому что это они своим примером заряжают нас на вот эти ежедневные победы с нашей ленью, с коррупцией и с противостоянием политическим и другим. Прям вот сразу видно, что мэр из самопомощи. Вот сделай сам. Да, что же, да. Игорь, у вас есть, я знаю, такой коварный вопрос. Мы не можем без коварных вопросов. Он не коварный, я бы не хотел, я не хотел бы действительно в канун Нового года какие-то, ну, вот, о тяжелых каких-то вещах говорить. Их и так действительно хватает в нашей жизни. Но, тем не менее, мы с Александром Федоровичем, вот с Андреем встречались в этой студии весной этого года, по-моему, в начале весны, в марте или в апреле месяце.
Вот. И говорили тогда о некоторых вещах, которые, ну, как бы Александр Федорович запланировал, ну или там около запланировал на, до конца года, да, да. Сделать. Вот. Я запомнил, ну скажем, ярко почему-то запомнил две вещи, вот о которых хочу спросить, а вы уж будьте любезны, ответьте, да. Александр Федорович. Вот первое, это камеры, видеокамеры по городу, да, то есть это очень важный вопрос, который некоторые, скажем, люди говорят, да ну какой смысл в них, никакого смысла нет, там, и так далее, но я считаю, что это важный вопрос. И второй вопрос, это, опять же, на мой взгляд, достаточно важный, это компьютерная грамотность людей пожилого возраста. Мы тогда говорили, вернее, вы тогда говорили о том, что есть хорошая, хороший план, касающийся того, чтобы компьютерные классы в школах, вот в микрорайонах, да, на какое-то время, там, на час, там, на два в неделю отдавать под обучение пожилых людей вот этой элементарной компьютерной грамотности. Вот хочу услышать от вас ответ, что сделано, что не сделано, и почему не сделано, и планируется ли в дальнейшем это сделать. Откровенно скажу, что по первому направлению мы спланировали, спроектировали, но не внедряли в этом году новых камер, не было внедрено. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день камеры у нас действительно пишут, действительно на достаточно продолжительный срок. Действительно, несколько раз они были помощью в раскрытии там, ДТП. И других преступлений. Хотелось бы обратиться и горожанам о том, чтобы они были внимательны и, не, скажем так, не были беспечными, потому что думая о том, что камера может их спасти. Камера может потом попытаться, при помощи камеры можно попробовать найти негодяя там, или нарушителя, да? Да. Но это не спасет вас от какой-то беды. Мы планируем действительно увеличивать количество камер. Более того, в следующем году мы сейчас уже подписали меморандум в этом году с одной из компаний, которая в том числе и частью грантовых средств нам предложит камеры другого немножко уровня. То есть камеры по цене, которые будут стоить, ну, где-то раз в 10 больше, чем те камеры, которые мы сейчас устанавливаем. На самом деле, на сегодняшний день это очень дорогостоящее удовольствие камеры. И если это мы говорим о качественных камерах, в которых можно рассмотреть лицо злоумышленника или номер автомобиля, а не просто камеры, которые показывают там, как перемещение каких-то фигур. Да, потому что большинство камер у нас все-таки такие, что при приближении и рассмотрении лица мы видим только черты. Я прошу прощения, что перебиваю. А не вызовет ли вот это вот десятикратное увеличение цены, ну, скажем, такого праведного возмущения, скажем, ваших оппонентов в городском совете? Это как может, это может, бывает частенько. Это может случиться. Опять же говорю, что мы хотим их внедрять совместно с программой, которая будет, ну, скажем так, компенсировать часть этих средств. Более того, на сегодняшний день все близится к тому, что мы сможем автоматизированно собирать информацию с камер и автоматизированно выявлять нарушителей. То есть тоже пресечение стоп-линии или на проезд на красный свет. На сегодняшний день нужно отредактировать немножко нормативную базу, и мы сможем нарушителей оштрафовать. А штрафы подразумевается направлять в местный бюджет. То есть фактически мы можем выделять в отдельный там, спецсчет, благодаря которому развивать эту же сеть видеокамер. То есть видеокамеры плодят видеокамеры, искусственный интеллект. В дальнейшем, я думаю, что мы... Ну, скажем, на это сделаем упор. Более того, сейчас есть зам по инфраструктуре, задача одной из которого будет как раз нанесение вот этой сети видеокамер на такую, скажем, создание такой интерактивной системы. То есть там должно быть и с освещением, и с кнопками безопасности. То есть кнопки безопасности – это, опять же, такая вещь, которая сегодня уже во всем цивилизованном мире используется, когда человек просто подбегает, нажимает на кнопку, и оператор видит на конкретной камере конкретного человека. Опять же, нужно понять, что с увеличением количества камер нам нужно будет увеличивать количество людей, которые будут просматривать эти камеры в реальном времени. Угу. На сегодняшний день мы также сейчас пытаемся вывести эти камеры, часть из них вывести в онлайн, где жители также смогли бы пользоваться и смотреть
купить эти камеры, которые не являются там, ну скажем, какой-то стратегически интересной, информацией, но при этом они смогут, жители смогут увидеть какое-то правонарушение, позвонить тоже полицию и сообщить, что там вот там мужчина какой-то пытается залезть в машину там, и так далее. То есть это тоже мы сейчас прорабатываем, и думаю, в следующем году часть камер публично станет доступна на сайте. То, что касается людей, то есть я ответил, что не полностью, я бы даже сказал, мы выполнили задачу, поставленную на тройку, да, по камерам. То, что касается обучения компьютерной грамотности старших людей, сейчас такая работа проводится у нас в библиотеках. На сегодняшний день мы сотрудничаем, так называемый университет третьего века. Мы пытаемся развивать это направление в городе Николаеве. К сожалению, ну или, скажем так, идея моя не очень им понравилась по поводу того, чтобы обучать людей старшего возраста в школах, хотя я буду продолжать на этом настаивать, потому что людям как бы некомфортно ощущать старшего возраста себя школьниками. С другой стороны, когда они приходят к своим детям и говорят, покажи, как запустить Skype на iPad, я думаю, они себя чувствуют не меньшими школьниками. Вот. И дело в том, что если мы говорим о том, когда меня часто во время выборов спрашивали, кто ваш избиратель, намекая на то, что я скажу там пол, возраст и так далее, я всегда говорил, мой избиратель – это думающий человек. Думающий, который может анализировать факты, анализировать информацию. А для того, чтобы что-то проанализировать, нужно информацию получить хотя бы из нескольких источников, чтобы ее проанализировать. И считаю, что такой информацией как раз может быть там, тот же интернет, телевидение и газеты, он может прочитать. И поэтому я уверен, что люди старшего возраста обязаны на сегодняшний день, ну как, не обязаны кому-то, а очень хотелось бы, чтобы они имели возможность доступа альтернативного источника информации, да. Именно это я буду делать. Кроме того, на сегодняшний день есть агентство развития, которое сейчас вот как бы там также пытается участвовать в одном из грантов, вот в такой вот в таком-то направлении. То есть хочу сказать, что за этот год у нас также открылась Украинская академия лидерства в городе Николаев, в одном из немногих областных центров. И думаю, что в следующем году вот на таких волонтерских, в том числе засадах, мы сможем с ними поработать и в этом направлении. Недавно это мне пришло в голову, о том, чтобы вот поработать, скажем, вот таким образом и обучать людей старшего возраста компьютерной грамотности. Александр Федорович, у меня тогда вопрос, вот и возвращаясь к камерам, да, камеры это всего лишь часть одной большой структуры, скажем так, нашей безопасности, да. Ну, не секрет, и судя по отчетам того же начальника полиции и в стране, и в городе, области, да, он констатирует значительный рост уличных преступлений. То есть преступлений, которые как раз связаны с тем, что вырвал, побежал, наркотики и так далее. Будут ли, ну, планируется ли вам вот параллельно с этими камерами какие-то проекты, связанные с, ну, с безопасностью? Потому что действительно сегодня на улицах, даже на освещенных, собственно говоря, ну, в связи не знаю с чем, даже там, ну, можно, конечно, сказать большое спасибо закону Савченко, а можно сказать просто там тяжелому экономическому положению в стране, да, вот люди, очень многие идут на преступления, особенно в неблагополучных районах, неблагополучных семей и так далее. Будут ли какие-то, в следующем году, будут ли нас ждать какие-то проекты, связанные с безопасностью города, там, может быть, муниципальной полиции, ну, собственно. Да, ну, действительно, я с вами соглашусь, что раз преступности, и он неоспорим, это цифры. Здесь есть очень много факторов, и недоукомплектованность новообразованной полиции, и нехватка кадров, ну, во всех направлениях, как, собственно, и в управлении городом, нехватка кадров, квалифицированных людей, которые бы хотели бы самообучаться в быстром темпе и за небольшую зарплату. Плюс второе, действительно, экономическая ситуация, люди теряют работу, кто-то из них находит там спокойствие в алкоголе, там, в наркотиках и так далее, и вот начинает таким образом бандитизмом зарабатывать себе вот на вот такие вот вещи. Когда найду. Мы планируем и планировали, что как бы государство даст нам возможность создать так называемую муниципальную полицию. В ближайшее время я очень надеюсь, что такой будет закон принят, но пока этого невозможно, я думаю вплоть до того, чтобы создать муниципальную охранную фирму. То есть это компанию, которая могла бы заниматься, ну, охраной, в том числе объектов наших коммунальных да, собственностей, в том числе и которыми мы могли бы заниматься, которые мы могли бы включать в
ну, скажем, программу по охране общественного порядка. На сегодняшний день у нас есть программа «Правопорядок», которая подразумевает под собой участие разного рода общественных формирований в охране порядка. Но нам очень сложно как бы координировать их, требовать от них, когда люди делают это больше на волонтерских основаниях, чем на, скажем, по своих обязательствах или каких-то должностных инструкциям. Поэтому мы, конечно же, пользуемся, я пользуюсь возможностью, хотел бы сказать спасибо общественными формированиями для во время патрулирования, во время, скажем так, выявление каких-то там нелегальной торговли какой-то чем-то, нелегальной продукцией. Ну и, конечно же, в последнее время мы еще используем силы вооруженных сил Украины для того, чтобы патрулировать улицы там, в темное время суток. В любом случае, нужно подготавливать программу. Я не специалист в этом. Я очень надеюсь, что в ближайшее время новый зам, работа которого и будет как раз координация вот, внутренних дел, органов внутренних дел, органов армии и как раз этих общественных формирований, в том числе и того же коммунального охранного, возможного, это не аксиома, просто так вот мысли вслух, коммунального предприятия, для того, чтобы мы как-то могли хотя бы консолидировать контроль. Задержание и там погоня – это уже дело полиции, потому что ну, не имеют полномочий эти люди жертвовать, ну, точнее, рисковать своей жизнью, мы как не можем их подставлять. Если не имеют статуса официального охранника. Так и есть. Поэтому в этом направлении мы тоже работаем, это одно из направлений, которое ну, в этом году мы начали активно разрабатывать, сейчас разработалась новая программа, но все равно, опять же, на любая программа для того, чтобы она хорошо развивалась, нам нужно, необходимо должное финансирование. На сегодняшний день на эту программу финансирование в разрезе, скажем так, финансирования каких-то подразделений мы не предусматривали большого количества денег. Спасибо. Окей. Вот как раз о финансировании, вернее, о части финансирования хочу задать вопрос. В следующем году, вернее, в бюджете на следующий год заложен впервые такой бюджет участия, да? Да. Вот, в размере, о котором ты в прошлой программе как раз колол глаза мэру, да? Совершенно верно, да. Ну, не колол глаза, я просто пытался выяснить. Интересно, это, будет ли? Да, будет ли, потому что на тот момент уже там в 5, по-моему, городах Украины он этот такой подобный будет, бюджет, будет. Вернее, уже был. 5 вот. Миллионов гривен. 5 миллионов гривен. Не да. мало ли это ну, для нашего 3-миллиардного городского бюджета? Ну, я бы говорил о том, что нужно рассматривать все-таки бюджет развития, который у нас составляет 500 миллионов. И поэтому взяли 1% от бюджета развития. Угу. Объясню вам. Вот все как бы новые вещи, которые мы делаем, создаем что-то новое, они находятся в бюджете развития, то есть строительство школ и так далее. В 2017 году мы дали возможность депутатам максимально поработать у себя на округах. И к чему это приведет? Это хорошо, потому что в округах появится где-то новая лавочка, где-то новое деревце, где-то там что-то еще, там, где-то внутриквартальный проезд, что очень важно. Но в общем создается впечатление размытия бюджета. На сегодняшний день мы решили попробовать дать николаевцам возможность попробовать себя, выставить проекты, проголосовать за эти проекты, использовать эти деньги на вот такие проекты. Ну, я это называю это на семечки. Потому что как бы каждой сестре по серьге конкретно ничего большого мы так и не сделаем. Поэтому мы решили посмотреть, ну, попробовать, как николаевцы смогут пользоваться таким инструментом, как бюджет участия. Или им все равно. Угу. То есть, если... а в каком виде это будет? Как это будет выглядеть? В ближайшее время, я думаю, появится веб-сайт, на котором смогут разместить свои проекты. Потом эти проекты пройдут, там, насколько мне известно, там пройдет жюри, да, то есть как бы выставится примерная стоимость этих проектов, учитывая сам проект и сметную документацию, то есть проектно-сметную документацию и саму стоимость этого проекта. И будет выставлен на голосование. Более того, я думаю, что мы можем попробовать даже дать возможность поучаствовать в голосовании людям, которым недоступен интернет, в том числе и на вашем телевидении, и на вашем программе, телеканале, да. Телеканале, да, и в программе, да, программе, для того, чтобы люди могли там звонить на горячую линию и говорить, какой проект они поддержали. И вот таким массовым, скажем, сбором информации от горожан, мы определяем победителя и финансируем его. Вот там один на миллион, другой на 200 тысяч, третий на 500 и так далее, и мы можем получить эти проекты и освоить их, и сделать их до конца. И в принципе будет видно действительно, что людей больше интересует, да? Да? То есть да. Лавочка
вышку поставить, либо там навес сделать, либо кусок дороги сделать. Либо остановку. Что ж, давайте так. У нас осталось 6 минут программы. 6 минут программы. Я с удовольствием передам вам слово. Вот, пожалуйста, камера. Что вы хотите? Вот, грубо говоря, сейчас люди почти уже за праздничным столом. Что бы вы хотели сказать николаевцам, жителям нашей области, от себя лично, от горожан, от своей команды, от муниципальной власти, в конце концов? Ну, я хотел бы сказать, что действительно прошлый год был очень сложным. Действительно, за этот год в Николаеве много чего произошло, много изменений. Были изменения в лучшую сторону, некоторые вещи ухудшились, но уверен, что они изменятся в лучшую сторону. В том числе и появление вашей программы, между прочим. Это же хорошее событие, которое произошло в 2016 году. Поэтому говорить о том, что этот год был плохим или каким-то, скажем, негативным, нельзя. Были просто многие уроки, которые воспринимались разными людьми по-разному. Я считаю, что этот год был и продуктивным, и очень поучительным, и в том числе, ну скажем так, толчком для того, для будущих свершений, которые мы сможем сделать в городе. Я думаю, что я хотел бы попросить николаевцев начинать в 2017 году любить больше свой город. И все-таки, как бы это ни звучало, наверное, политически невыгодно, но не ждать от того, что городская власть в лице того же городского головы, меня, Александра Сенкевича, изменит их жизнь к лучшему. Нет. Я считаю своей задачей лишь помощь тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. То есть, если люди организовывают УСМД, мы будем им помогать. Если люди будут ходить и говорить о том, что сделайте нам жизнь лучше, они будут стоять в очереди, потому что таких людей очень много на сегодняшний день в Николаеве. Но хочу сказать, что в Николаеве будут происходить и приятные, скажем, события, потому что я считаю, что семечки, вот те, о которых мы с вами говорили, это не то, что может остаться в памяти у людей. Нужно создавать инфраструктурные проекты, нужно искать внебюджетные средства, чем мы будем пытаться заниматься в следующем году. И я думаю, что мы достигнем в этом успеха. А николаевцам я просто хочу сказать, что становитесь частью команды не Сенкевича, а частью команды агентов изменения города Николаева в лучшую сторону. Ну, в том числе и брошенный окурок, скажем, в урну, а не рядом, это уже, скажем, какое-то, но маленькое изменение. И, пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить вас за то, что весь этот год вы приглашали в студию очень интересных людей, в том, что вы делаете власть и местную, и областную, и городскую более доступной людям, более понятной. Вы задаете острые вопросы. Сегодня эти два вопроса, они же поставили меня в тупик, я не готовился. И нужно именно вот разбивать эту грань между властью и людьми. Потому что власть – это те же люди, просто которые призваны осуществлять сервисные функции для других людей. И хотел бы пожелать всем терпения, крепкого здоровья, крепких нервов и удачи в следующем году и мира всем нам, потому что мир – это то, что нам необходимо, в том числе для того, чтобы Николаев, как и вся Украина, начал шагать вперед, вверх, а не вниз и на дно. Думаю, у нас хорошее будущее в следующем году. Ну, спасибо. Давайте мы, пользуясь случаем, и вот еще буквально полутора минутами программы, Игорь, твои поздравления николаевцам. Ну, я как человек, который привык говорить о перспективах, то есть больше о позитивных каких-то изменениях, я действительно хочу пожелать в следующем году всем нам, всем николаевцам хороших перспективных изменений. У меня был на радио в программе «Бог с вами», был не так давно один из местных астрологов, очень известный в узком кругу. Вот. Так вот, он сделал прогноз на следующий год. Я просто повторю два слова, что он сказал. Он следующий год будет более спокойным, более ровным. Он не будет каким-то там супер-пупер взрывным в ту или иную сторону. Он будет более ровным и спокойным. В принципе, это уже неплохо в нашей сегодняшней ситуации. С наступающим Новым годом вас!
Ну и пользуясь случаем, я хочу тоже от себя поздравить всех тех, кто нас смотрит, кто посмотрит, кто смотрит нас в записи, кто следит за нами в Фейсбуке, кто нас поддерживает, кто у нас был в этом году. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что мы смогли в нашей программе показать все то, что не видно или не слышно. Может, кто-то для себя что-то новое открыл. Каждому хочу пожелать успехов, удачи, здоровья всем нам. Мы вместе, мы сила, мы всего добьемся. Спасибо, что были с нами в этом году. Надеюсь, до встречи в следующем. На телеканале Николаев. Смотрите, у нас всегда все интересное. Самое. До свидания. Всего доброго. До свидания.